Заман Хайролсон ГРТ каналында хабарлар студияда чалышыр Марина Топал. Иликтен көлверменин баш темалары үчүн. Гагаузия хызлы медики ардымы 2003 йылдан чалышыр. Бу йыл отаманныр 20-нчи йыл дүнүмүнө. Гагауз шарап йортусу бу йыл жанавар айын 29-ндан Касым айын 4-үнө кечирилди. Октябрынын үчүндө халыклар арасы сарфошлук менен күрөшмөк күнү нышанныр. Комратакы Именеско адына лицейинде 4,4 миллион лей лазым дүзүчүлүк кишилери башарма дейни. Гагаузия башканы Евгения Гуцул лицея иш визитинен гитти ки танышма япылмыш ишлерлен. Биздин корреспондентимиз Тадеринден дурумун үйрөндү. Михай Еминеско адына лицейин ени корпусун япысыны кыса заманын ичинде калдырдылар. Артык 3 жыл үйрөтүм курумун үйрөтүүчүлөрү хем үйрөнүүчүлөрү умутланарлар, аны ени япыя үйрөнмөгө кечижекилер. Лицейин башы Светлана Стойнова бу ишти тез баша чыксын дейни яз заманында да түрлү курумдарга кият язды. Но никак не были услышаны, потому что на сегодняшний лицей работает также в тех два старых блока, без пищеблока, без актового зала, без спортзала, без лаборатории химии и физики. Не можем осуществить программу школьную, то есть куррикулум. Румын дилинде үйрөнмө истеген ушуктардын сайысы жыл-жылдан зейделенер. Михай Еминеско адына лицейин үйрөнүүчүлөрү 2 сменада үйрөнөрлөр. Я плачу стой в школе, чтобы арендовать аренду. А когда тут пустую? Когда все здесь уже практически готово. Да. Гагаузерин башы Евгения Гуцул болунду Михай Еминеско адына лицейинде. Отанышты бурада курулу кошулларлан. Ени корпус 2020 жылда дүзүлдү Румыниянын ярдымынан. Бурада артык бар мобила, үйрөтүм процессы үчүн лазымны техника. Бүйүк спорт, хем йортулу олайлар үчүн залалар, хепиле якышыклы имек үчүн ода. Ама бу кошуллары хепта кимсей кулланамыр. Сумму финансировали лицею, мы не вошли в какую-то сумму. И они сняли по ихнему усмотрению какие-то вещи. И вот сняли, вот смотрите, что, зонт. Зонт должен быть за этим. Ни санэпидемстанция, никакая организация нам не разрешает. Мы да. В школу без зонта. Стоим, застряли, вентиляция не может дать запуск. Сади вентиляция системасы дейль, электрик и сытмак суверджи системалары. Бусорушлары да таля азым чөзмя. Предполагается, что фонд социальных инвестиций, который сейчас реформирован, на 1 300 000 около заключить контракт с подрядчиком, чтобы он какие-то части работы выполнил, и местные власти, чтобы около 2 700 000 нашли, взыскали за счет наших контрибуций, сказать так, налогового вложений, чтобы оплатили и закончили вот эти вот работы. Ама үйрөтүм процесси илерлер. Евгения Гуцул танышты онуннан. Класслар кыстав, ама үйрөтүүчүлөр бежерикли дерслери кечирерлер, ушакларын үйрөнмөгө хавизини көз алдында тутарлар. Он икинчи классын үйрөнүүчүлөрү артык экзаменлерге азырланарлар. Евгения Гуцул сөйлөдү, некадар өнөмнү ки башарандар исляй үйрөнсүннөр, хем экзаменлери ии версиннер. Евгения Гуцул чизгиледе ани куветлер хер заман хазыр үйрөтүм системасына ярдымчы олма. Михай Еминескунун адына лицейине смарт телевизор башланды. Молдова девлетинде табир официал юрту олачак. Кызылы медицина ярдымы күнү. Охер йыл жанавар айын 2-сінде бакылачак. Ону кабилетти хөкүмөт саалык министрлиги теклифине көрө. Кызылы медицина ярдымыны узмандарын хер күнкү иши үчүн биздин сырадагы материалыбызда.
Бияс рубалы инсаннар, бюлядинер докторлара, фельдшерлере, медицина узманнарына. Медицина узманнары сырасында хызлы медицина узманнары да болынырлар, ама онларын рубалары бияс дейл, айры тегбенізді. Бұйылдан бері онларын айры профессионал гүннері белледілді. О жанавар айын икісінде хер ел нышаннан ажек. Гагаузия хызлы медицина ярдымы 2003 елдан бері ішлер. Бұйыл таманнанер 20 ел, неже онлар яшайыннара ярдым едерлер. Илк адымнар зоордулар. Башладык сыфырдан. Нышаннер Виталий Драгой. Гагаузия хызлы медицина ярдымы курумун өндіржісі. Были произведены ремонты и созданы очень хорошие. Япылдылар дүзүмдүчүлүк ишлери. Кепсе колайлыклар узманнара дейни бар. Тек кийим формамыз бар. Кечтик тек баланты системасына. Илкин 03-тү, шинде 112. 903. Сегодня мы работаем по системе 112. Тек ярдым номере 112. Берер колайлык зоор дурумнарда полис, медицина, янгын, химкуртарыжи курумнарыны баалама. Бутик система 2018 елдан бери Молдовада чалышыр. Прослеживается все. Гүз алтында бұлнер хепсе. Біз ярдым едерес шофера, хызлы адресі болма, бағланыр сонынан. Связь универсальная. Диспетчерлер көрерлер хызлы медицина арачының хер бір адымына. Лазымса бағларлар узманы хем яшайыны телефонда. Приехала. Мы смотрим, сколько времени она находится. Вот сейчас она завелась. Тя етіште. Біз көрерлес некадар бұлнер ордыда. Сары янды исады, нышанныр ани ойолланды ерінден. Ачтылар телефон сөйледілер ани гері дөнерлер. Біз көрерлес некадар бұлнер ордыда, хем не заман дөнер гері. Видим уже, сколько времени она находилась там на вызове и когда приехала на вызове, смотрим. Хызлы медицина ярдымын узманнары 150 инсаннар. Онлар илк каршы келерлер инсаннарын проблемасынынан. Хызлы карар сечерлер, бунуннан біле ама ачызганныны гөстерерлер. Кимер сыра 24 саатта юзлерлен жана ярдым кетирерлер. Хызлы медицина ярдымы курумында ишлеме пек зор. О, бүйік бір кахраманнык. Лазым кендіні бүтінден буыра вересін. Пек хызлы лазым бежересін карар алма, чүнкі хызлылықтан инсанын яшамасы чекілер. Күчіклігімден гөрдүйдім бір кино, бияз халатлы инсанлар үчін. Сөйледім анама, хем бабама, ани медицина уруна гидеджем. Күчіклігімден бұ занаты северім. Хызлы медицина курумына вар нейлен гурурланма. Онларын бирисе COVID-19 хасталыгында пайдаланган дурум. Хызлы медицина ярдымы узманнары үз-үзе илк сыраларда пандемияга каршы койдулар. Шүкүр, аны бу иш үчүн хепси колайлыклар бардылар. Реанимобиль ангысында хепси оборудование битке истедиклерге көрө. Александра Пиева 15 минуттан зейде бизге онлары көрсөтүп аңлатты. Этот рюкзак переносной, его можно взять с собой в труднодоступные места. Туда, где мы не можем со всем этим оборудованием залезть. Поэтому мы его берем с собой. Удобный, практичный. Үйсе курда узманнар. 15 минутта оннар лазым хастая етішсіннар. Касабадайсыды, күйлері ама 25 минут йол сүртсін лазым. Бөле істедіклер. Врачи у нас 100% высшей категории, что нас очень радует. Bizim uzmanlarımızın yüksek kategoriyaları var. Fельдшерлерin 95%-inde yüksek kategoriya var. Her gün 7'şer brigadamız işler. Onların birisi reanimasiya brigadası. Это реанимационная бригада, специализированная реанимационная бригада. Bugün Gagauzia'da hızlı medicina orunda 270 uzman durmamayınca çalışırlar. Onlara verilir kolaylık, üyrenme, hem kendi becermeklerini de ilerletme. Екатерина Михайлова, Алена Терзи, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ Хаберлер. Молдова девлети хызлы медицина ярдымы урунда 5600 киши чалышер. Хер ел оннар 1 миллион сыра яшайынара ярдыма чыкырлар. Гагаузия хызлы медицина ярдымы да бу системая герер. Чадырлунга хем Волканеч хызлы медицина ярдымы бөлімнерін іші ічін бізім сырадакы репортажымыз. Репортажымызды хазырлар кана чадыр дулайын хызлы медицина ярдымы бөлүмүнө телефон данышмасы яшайындардан келди. Бир кач секундун сүрөсүндө алындылар лазымны билгилер хем узманнар йола алатладылар. 5 минут кечер кечмес хызлы медицина ярдымын узманнары инсана ярдыма етишти. 10 минутта япылдылар хепси лазымны процедуралар.
Биз илинеттик карынын санжыларына бираз раатланды. Санер санхепси исляулачек. Юлия Недялкова хызлы медицина ярдымы курумунда ил гүндән та ишлер. Иин бүйүк үдүл она дийне яшайыннарын шүкүрлүк лафлары. Скорая помощь это... Хызлы медицина ярдымы о инсаннык, ажызганнык, адреналин хем севинмелек. Ондан анисян кемәсе ярдым иттен. Ане инсанын дурумы ийлеште. Дасян раат башкасына ярдыма якшир гидесин. И переходишь сразу к следующему пациенту, который нуждается в твоей помощи. Истемек инсаннара ярдым итме хызлы медицина ууруна генч узманы Чубан Юрий да гетерде. Медицина колледжини башардыктан сора о дүшүнмей бурайы ише келди. Поступил я на работу всего лишь 2 месяца назад. Выбрал скорую. Бурай ишлеме келдим 2 ай үйүнчө. Хызлы медицина ярдымыны айырдым, нечиндейни пек северим ярдым инсаннара бермем. Северим ишлеме ондан, ани пек чок мираклы олайларлан каршы келерим. Вдохновляют звуки сирен, адреналин, сами случаи, которые неоднократно не являются одинаковыми. Чадыр дулайын хызлы медицина ярдымы бөлүмү бир гүндә 50 сыра яшайыннара чыгыр. 84 узман хазыр хер гүн, хер бир минут ярдыма келмем. 25 фельдшеров. 25 фельдшер, 23 санитар, 25 шофер, 1 да доктор. Бізде бар хепсі кошылар онлара дейіне. 20 елда кошылар и тарафа дейштілер. Мы выросли за эти 20 лет. Онлар корқмырлар не ямурлардан, не сауыргуннардан. Не да олмаса, хызлы медицина узманнары итшечекләр инсаннара лазымны саатта. Иш зор, ама юнемне. Бір гүнде онлар 20 инсанадан ярды. Верерлер. Эта профессия вообще имеет массу эмоций, потому что ты... Бузанат пек дуйгулу. Хичбир заманда билмерсин, нерей гидерсин, хим ким сене орада беклер. Севиндирер о, ани биз инсаннары куртарырыз. Большой вклад. Мы помогаем, спасаем, оказываем первую неотложную помощь. Люди на нас надеются. Валканиш дулайын яшайыннарына хызлы медицина ярдымыны 44 узман герчеклерлер. 31 Валканиште 11 чешме күйінде. Валканиш дулайын хызлы медицина ярдымы узманы Лариса Чернева нышаннер ани хер бір яшаян онын жанында айыры бір из бракер. Еще переживаем за тех больных, которым оказывали в течение суток. Инсанлара ярдым етмектен сора біз та 2-3 гүн düşünеріз о инсан için. Илачланды мы, оса не онуннан олыр. Истерим дилеме хепсіне саалык кем дайынмак. Хызлы медицина курумун Валканеш бөлүмүн транспорт паркы битки ылларда бүтүндөн ийниленди. Вархипси лазымны замандаш тедарлыклар. Нышаннер узман Александр Цуркан. Машины все оборудованы, оснащены всеми необходимыми оборудованиями. Транспорт ені, бар хепсі лазым оборудование. Проблема хим сыкынты бұрда йок. Не случались такие случаи, чтоб у нас где-то транспорт сломался в дороге. Гагаузияның хызлы медицина курумында 270 узман ішлерлер. Онларын арасында диспетчерлер, докторлар, фельдшерлер, шоферлер, хепсі бригадалар 24 саатта үзлерлен жан куртарырлар. Алена Терзе, Александр Глеков, Мария Казако, ГРТ Хаберлер. Ердеки куветлер сечим заманында лазым олачек масус ерлерде информацион чадырларыны койсунар хем айры сайыда плакатлары ассынар. Ки сечичилерлен булушмак гечирме. Канона гөре кинди политика рекламасыны кандидатлар варнича плакат кибе 2 квадрат метрада типарласынар. Гагауз Шарап Йортусу буйыл жанавар айын 29-дан Касым айын 4-дүнө кечирилди. Бөлө карар Баканык комитетин отурушунда кабыл эдилди. Аңга себепке көрө дата дейиштирилди. Анада Жек Полина Барбова.
Касым Гагаус Йортусынахи Майозу Дмитрий Ингельна Карши Комратка Сабасының Мейданында Хевил Геніштен Шарап Фестивалі Гечерленер. Та илері оның гечерленесі плана койылдуду октябрь 29-на. Амабаканы комитетін карарына гюре йортулы атмосферы дуйма, милет имеклеріні датма олжек насыл Касым айын чекетмесінде. 29 октября идет столетие со дня освобождения, ну, Турции, да, праздник у них большой. Январайнерим докузунда 100 жыл таманнанер насыл Түркия Республикасы хабарленді. Оның үшін қарар қабылдады фестивалі Касым айын 4-іне кешірме, ки Түркиядан коллегалары теклиф етме. Онлар бізе келме северлер. Они любят к нам приезжать, им нравится. Более расширить наш туристический потенциал в Гагаузии. Гагаузия Баканның темсілчілері Хепіле 2017 жылда қабледілмеш шарап фестивалі үшін қарара дейшілмеклері аптылар, чүнкі оның кемі пунктлары бүйінкі гүне жуап етмерлер. Топлантылар культура хем туризма Баканның барабар кечірілерлер, біраз канон дейшті. Шарап фестивалі Гагаузияда бұл қолалық енісіле шарапчыларын шарап малларыны датма, сергілерлін мастер-классларын танышма. Фестивалін сүресінде хер бір мұсафирін қолайлы олыжек милет емеклерін датма, онлар үшін гөзлеме, қауырма, қыбырма, бұлғу, бауыр япылыжек. Полина Барбова, Мария Статова, Григорий Ставилов, Артем Топал, ғараты қаберлер. Sevinmelikte geçirme bu günü. Октябрінің үшінде халқлар арасы сарфошлықлан күрешмек күні. Дүнне сағылы қорымақ құрымың қаберіне көре 3,3 миллиард кеші алкоголь малларындан елер. Китабір сыра инсанның дикатыны чеверме бұ проблемае дүнне сағылы қорымақ құрымың теклифіне көре түрлі олайлар дұрдулы проблемае чөзме девлетте кешірлерлар. Халқлар арасы айық кем сарфошлықлан күрешмек күні жүмнея пек өнемлі күн. Чүнкі білдірілді аняалкоголизм дертінден 200-ден сейді архасталықлар башылыр. Исле ани башыладылар күрешме бұ дертлен. Лазым кендіне заанат болсынлар, о заман вақыт қалмай жек ічме. Ічмесінлер, алсынлар кенділеріне елі. Это горе для семьи и для молодежи, в первую очередь, я бы никогда не советовала употреблять. Gençlere o hiç de değil lazım. Ama güreşmek o isle bir karar. Ben kendim medik. Bilgiyle bu işe yaklaşma lazım. Ben içmerim alkogol. Başkasına da nasat yetmerim. Yok ne yapsınlar onuştan da içerler. Алкоголь ичмектен кардиосистемасы кара жер хем фикир еткеленер. Инсанларда ким пек чок алкоголь, ичерлар кара жер цирроз хем онкология пейдаланер. Комрад саалык меркезинде ишлеен нарколог Иван Виеру нышаннер. Появляется раздражительность, нервозность. Инсан башлыр синерленме, хер заман кефли гезерлар. Уз ерде чекшерлар хем кавга едерлар. Ама ачан физик тарафындан дертлер башлырлар, инсаны хеп ичме чекер у икинчи стадия. Сора органлар еткеленме башлырлар. Мы говорим о второй стадии. Илач алкоголизмадан вар. Илк хем ен унемли курал. Инанмак ани бу дерт вар хем истеме куну илачлама лазым олсун. Комрадын саалык меркезин нарколога Иван Виеру чизгиледи. Он должен признавать болезнь и соглашаться на то, что он хочет избавиться от данной болезни. Киши лязым инансын, аня алкоголизм дерді онда вар. Лязым кайыл олсын, оны илачлама. Ер о дерттен куртулма истерсе, илачламак системасы курулер. Стационар яда башка чештілі. Дальше не дать развиваться различных патологий, которые сопутствующие к алкоголизму. Алкоголизм бүтін дүнеде юнемлі социал проблемасы. Хепсі лязым аннасын, некадар лязым ярдым етмя алкоголизма илан хаста инсаннара. Марина Топал, Владислав Табачук, Артем Топал, ГРТ Хабарлар. Хава дурумы лерледер коль вермей. Гагаузида чихава бюкленлер, люзгер дёрт, 7 метра секунда есіжек. Хава температура сыкумрата, гюндис курачек, 25 градус сыжек, гейджа 12 градус. Чадрлунга касабасында гюндис 24 градус сыжек, гейджа 11 градус сыфырдан юкару олачек. Валканеш касабасында гюндис 25 градус сыжек, гейджа 12 градус сыжек олачек.
Бөләдзі хепсі хабарлар бұсада қадар ұқуын хемсі ереден бізім хабарларымызды ғырытын.мд, Facebook, YouTube сайфаларында. Қауын салы жақлан.